Плохой учитель жизни Флауи. Шестая глава. Я слишком шумел? Не, я проснулся и увидел свой этаж. Думал, нас ограбили. Бандиты из прачечной? Только не в мое дежурство. Ты оставил свою дверь незапертой, так что... Ты же знаешь, что не обязан этого делать, брат. Я не возражаю. На стойке есть кофе, тебе придется его разогреть. Итак? О, черт. Извини, я не должен был ничего говорить. Извини. Брат, все в порядке. Ты хочешь, чтобы я принес тебе салфетки или нет? Я имею в виду, все еще чище, чем в начале, верно? Это чистый выигрыш. Чувствуешь себя лучше? Ты же знаешь, что я всегда здесь, да? Но если тебе нужно, чтобы я отступил и дал тебе немного пространства на какое-то время, это тоже хорошо. Кое-кто, с кем я иногда разговариваю, говорит, что люди могут впадать в депрессию после того, как с ними случается что-то по-настоящему хорошее. Например, внезапный успех может заставить их чувствовать себя потерянными, как будто они не знают, что будет дальше. Я не знаю, права она или нет, звучит как-то наоборот. Должно быть, так оно и есть. Что ж, я не пытаюсь вывести тебя из себя, так что не тащи меня к доктору или еще куда-нибудь. Но ты когда-нибудь просто терял несколько секунд? Мол, мир скачет, как поцарапанный CD. А? Со мной такое иногда случается. На самом деле это произошло вчера вечером. Не знаю, около 11. Может, ты слишком быстро встал? А? Да, должно быть так. Чувак, почему всегда есть кто-то, у кого нет приятеля? Мы можем вам помочь? У вас чрезвычайная ситуация? Нет, но мы нашли кое-что очень странное в лесу, что вам нужно увидеть. Вы имеете в виду, что сегодня мы должны реально поработать? Вау! Да, лес к западу от города становится немного многолюдным, поэтому мы пошли этим путем в поисках нового места для встреч. И мы обнаружили, что этот холм просто разорван к чертовой матери. Лизык! Так что же это такое? Трудно сказать, но вам определенно следует держаться подальше от этого места, пока мы не узнаем, в чем дело. Передайте своим друзьям, чтобы они сделали то же самое. Ладно. Я в растерянности, брат. Какая-то драка? Если это так, то невозможно разглядеть никаких следов. Я не могу представить, что кто-то из детей, которые здесь иногда бездельничают, смогли натворить такое. Если только они не держат здесь какой-нибудь клуб для организованных боев. Бойцовский клуб, если хочешь. Действительно. Эй, вы, ребята, слышали о бойцовском клубе? Есть правила против этого. Что? Ба, не обращай внимания. Теория с бойцовским клубом отправлена в раздел «Может быть». Как ты думаешь, это мог быть сталагмит? Ты имеешь в виду сталактит, брат? Какая разница? Я думаю, что те, что свисают, это сталактиты. Те, что торчат из земли, это сталагмиты. Ну и ладно! Значит, ты думаешь, что это был один из висячих? Падение с такой высоты, вероятно, может привести к сильным разрушениям там, куда он приземлится. А не должны ли там лежать кусочки этого сталактита? Ну, по крайней мере, это было лучше, чем твоя идея про бойцовский клуб. Которая все еще находится в разделе «Может быть». Так, на минуточку. «Может быть» — это твой раздел «Может быть». Знаешь, что мы могли бы сделать? Мы могли бы позвать сюда Дагами и Дагаресу, чтобы они немного понюхали. Они скоро должны заступить на дежурство, верно? Это действительно хорошая идея, Санс. Да, но если мы едем обратно в город, я предлагаю сделать перерыв на обед. Я пропустил завтрак и немного проголодался. Вот такой голодно-злой. Это даже не каламбур. Это просто глупая выдуманная игра слов. Я думаю, что результаты говорят сами за себя.